Форум больших сделок проходит в Алматы. Более 300 товаропроизводителей и ритейлеров из Казахстана и стран ближнего зарубежья обсуждают проблемы и перспективы развития розничной торговли. Ожидается, что в результате встречи казахстанские товаропроизводители и торговые сети Казахстана и России заключат договоры о сотрудничестве. Сумма этой сделки пока неизвестна. По прогнозу экспертов, объем розничной торговли в Казахстане в 2017 году прогнозируют на уровне 8 триллионов тенге. Мы в этот раз на форум привезли российские сети, которые заинтересованы в казахстанской продукции. Вот. Мы пригласили впервые, наверное, такое большое количество производителей, поставщиков на наш форум, хотя он был всегда ритейлеров, да, для того, чтобы на самом деле состоялись эти большие сделки. Казахстанских есть продуктов, экспортный потенциал у очень многих. Такими оригинальными продуктами, как казы, допустим, продукты из конины, вот, что действительно для России является деликатесом. Вот. Ну, традиционно там твердые сорта пшеницы, они как поставлялись, так и поставляются. Ну и фрукты, овощи, то, что выпадает, то, что не хватает. И то, что сейчас хоть теплицы в России и строятся, вот, но все равно есть определенный как бы запрос на вкусные солнечные овощи и фрукты из Казахстана.